В 2021-м расширились меры поддержки молодых семей. Если раньше размер выплаты зависел от очередности рождения ребенка, то в текущем году по инициативе губернатора сумма стала фиксированной – 6 тысяч рублей. С 1 января 2023 года, ну и в последующие годы, это пособие будет системно индексироваться, как и многие другие региональные меры поддержки. Уровень индексации он определяется соответствующим законом об областном бюджете. На достигнутом регион не останавливается. Со следующего года для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов труда появятся новые льготы. Изменения коснутся и статуса многодетной семьи. Когда старший ребенок достигал 18 лет, оставалось в семье на воспитании двое несовершеннолетних детей, семья теряла статус многодетной. И с 1 января 2022 года есть норма, которая позволит семье сохранить статус многодетной семьи даже при исполнении 18 лет старшему ребенку, но при условии, если он продолжает обучение по очной форме. Продолжит реализовываться программа компенсации для установки внутридомового газового оборудования. В этом году Минсоц расширил круг тех, кто имеет право на выплату, максимальное значение которой достигает 60 тысяч рублей. Это семьи многодетные, это семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Здесь введен критерий нуждаемости в виде дохода, не превышающим двукратный размер прожиточного минимума. С 1 января появится еще одна новая мера поддержки. Ежемесячное пособие позволит семьям, воспитывающих детей с диагнозом фенилкетонурия, покупать необходимое питание с учетом специализированной диеты. Кроме того, компенсационные выплаты ждут детей-сирот, которые вынуждены снимать квартиру в ожидании собственного жилья. Наталья Шмухаметова, Урал-1.